Ну, как предполагали, в общем-то, игра тяжелая получилась. Я думаю, что ни Уралу, ни нам это ничья дивидендов не принесла. А что касается игры, самой игры, ну, отчасти нам повезло, что пенальти отразил вратарь. Вторым тайме Михайчик неплохой был. Удар там вратарь, да, заболотный, это выручил тоже. А так, в общем-то, в целом, я думаю, что по игре счет, хотя досада некоторая есть, что они выиграли. Мне показалось, что мы в атаке более агрессивные, острее действовали. Но нам не хватает забитых мячей. Спасибо. Коллеги, давайте перейдем к вопросам. Пожалуйста, не забывайте представляться, называть свое СМИ. Да, пожалуйста. Василий Владимирович, Даниил Румянцев, от Москвы, Екатеринбурге. Расскажите, как с вашей стороны принималось решение о том, что сегодняшний матч состоится? Я не знаю, как принимается решение. У нас приняли решение. Мы приехали на базу, предыгровую провели, нам сказали, летите в Пермь играть с Краснодаром. В этой ситуации тоже не знаю, как принималось решение. Мы вылетали чартером на игру, не предполагая, что какая здесь погода. Была задержка, провели тренировку предыгровую на базе, переночевали, утром вылетели. Утром посмотрели поле, комиссия принимала поле. Сказали, что пригодно поле, поэтому и играли на этом поле. По регламенту игра где? Это на центральном стадионе. А какие там решения, я не в курсе. Да, пожалуйста. Областная газета, Александр Литвинов. Скажите, пожалуйста, исходя из нынешней текущей турнирной таблицы, сегодняшняя ничья в пользу клуба или против него? Ну, я же сказал, что ни Урал, ни нам эта ничья, в общем-то, ничего не дает. Борьба продолжается, и с каждым туром все круче и круче, поэтому... Естественно, и то, и другую команду нужно было сегодня выигрыш. Вот такая очень сложная игра была. Я что, и мы стремимся уйти как можно быстрее из зоны и вылета, и зоны переигровок. Вот, естественно, настрой повышен, наверное, и у Томска был, потому что им нельзя было проигрывать. Вот. И потому что они там, Волга, недалеко от них находится. Поэтому такая борьба была. Вот, и никто не хотел, как говорят, никто не хотел уступать. Вот. Ну, ясно, что немножко на наших детях сказалось и в поле футбольном, потому что оно было вязкое, а поначалу и ноги подсели у многих в первом тайме. В втором тайме уже лучше стали играть. Вот, ну, тот быстрый футбол, который мы исповедуем, значит, и контроль мяча быстрый, значит, здесь все-таки приходилось еще дополнительное касание делать, то, чтобы его обработать, чтобы уложить, точный пас отдать. Поэтому, естественно, в плане обороны было легче обороняться. Вот. И из-за этого было много потерь, и были контратаки, ну, которые мы все-таки гасили их. Вот. Но в любом случае тоже достаточно опасные контратаки были. Вот. Ну, в такой игре, конечно, матч идет до гола. Забей пенальти, конечно, мы бы, наверное, выиграли. Вот. Ну, к великому сожалению, не сумели забить, и поэтому, я думаю, ничья, как бы закономерный итог такой встречи. Спасибо. Коллеги, давайте перейдем к вопросам. Пожалуйста, не забываем представляться, называть свое СМИ. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, были ли шансы провести матч не на центральном стадионе, а в манеже? Ну, здесь РПЛ, РФС против, я не знаю почему. Вот. Мы предложение делали Томску, но они против, ну это, наверное, естественно, потому что на таком поле легче обороняться, вот, и легче играть. Вот. Там, ясно, бы совершенно по-другому игра бы велась и складывалась, поэтому, естественно, они отказали нам. Вот. Ну а как было с Анжи и Териком, РФПЛ просто как бы в приказном порядке сказали, что будете играть, поэтому они играли. Вот. Но здесь я думаю, что при таких погодных условиях, конечно, лучше в манеже играть. В манеже и на хорошем поле. Вот. Но в любом случае, если в плане футбола говорить, то сегодня матч интересный был, потому что борьбы много было, и движение было, и, в принципе, подходов достаточно было и у нас, и у Томска. Поэтому, я думаю, для зрителей футбол достаточно интересный. Для футболистов, да, потому что перенос, снег, это тоже дополнительная нагрузка идет на нервную систему. Вот. И плюс поле все-таки достаточно вязкое было, на котором еще не играли. Вот, поэтому немножко ноги, не только у нас, но и у Томска тоже видно было, что подсели
Вот. Во втором тайме уже как бы разбегались. Даже вот мы не стали замены делать больше, потому что выпустили Володю Кова, но у него он сразу подсел. Потому что видно было, что ноги не привычны к такому полю. Поэтому мы не стали больше замен никаких делать.